Как тебе нравится в Свободной Америке? Мне больше чем нравится огурец. Но это американский огурец. Это американский Burning Man. Он свободный. Это огурец как Burning Man. Он без этой зеленой шелухи комплексов. Вот. Да, хороший прекрасный. Даже без полосатой. Смотри, как очистишь себя, как будешь, как угодно. Ты уже очистил себя здесь? Ну, я надеюсь, все-таки на сегодняшнее, на финальное сожжение, потому что 22 сожжения я видел, сожжение, несомненно, огонь очищает. Броситься прямо в огонь? Нет. Хочется броситься прямо в толпу из огня, горячего. Понятно. Ты первый раз, да? Да, я первый раз не видел ни одного окурка, ни одной драки, ни одной выяснения отношений на повышенных тонах. Еще раз хочешь? Я буду думать, я иначе подготовлюсь. Это я понимаю, что я имею ошибки. Костюмчик другой, да? Не только нет, костюмчики есть какие-то. Все-таки вот я имею РВИ должен быть определенный. И к этому надо просто серьезнее готовиться. Чтобы здесь провести вообще без проблем неделю, нужно где-то месяца три готовиться до этого. Какие-то интересные места видел? Тут все интересно. Что тебя впечатлило? Здесь Burning Man. Интересное место. Впечатлило. И украинская фигура с детьми внутри родителей. И, конечно, темпу, потому что там плачут люди. Обезьяна Кулика была прекрасна, потому что она не работала, а она не должна работать. Это да. Ну, женщина, много чего есть. Мне понравилось, что это огромная площадка. Такой наивной самодеятельности. Это очень клево, когда наивная самодеятельность, потому что наивное искусство, оно самое сентиментальное. Ну, не совсем наивное. Есть, да, конечно, не наивное. Есть, конечно, такие мастера, как Кулик, и вот тот чувак, который женщину это сделал, это на продажу пойдет. В основном-то тут но наивно. Щетка такая вот торчащая, по-моему, она хорошая. И это она совсем не наивная, вообще никак. Но все, что наивно, все прекрасно. Спасибо за интервью. Я пошел.